В прошлом году в Ленске началось долгожданное строительство современного детского сада на 315 мест. Сегодня работы подходят к завершению. Подрядчик обязуется к 31 декабря полностью их завершить. Уже в начале 2018 года детский сад примет своих воспитанников. Светлана Балеева продолжит. Строительство детского сада ведется по индивидуальному дизайн-проекту. Высота новостройки – 3 этажа. Площадь строения – более 3900 квадратных метров. Стоимость – более 300 миллионов рублей. По договору ГЧП, государственного частного партнерства, срок сдачи этого объекта у нас 31 декабря этого года. К счастью, подрядчик у нас попался добросовестный. Все работы, пока сейчас позволяет температурный режим на улице, работы проводятся по благоустройству. Внутри уже тоже работа с основные все сделаны. На сегодняшний день детский сад почти готов. Установлены стеклопакеты, проведено электричество. Идет косметическая отделка. Уже положен теплый пол и подведены коммуникации. Полностью завершена облицовка фасада. Благоустраивается территория. Оборудуются участки для прогулки детей. Здесь планируется установить детские спортивные площадки и беговые дорожки. Детский сад будет самым большим в районе. Он сможет вместить порядка 13 групп. Предусмотрен большой медицинский блок, который будет выполнять еще и комплекс дополнительных оздоровительных процедур. Планируем там открыть логопедическую группу, планируем открыть коррекционную группу на базе этого садика. Вообще развить там такое, скажем, медицинско-оздоровительное направление. Медицинский блок очень такой внушительный по проектно-сметной документации. Мы постараемся эту работу максимально развернуть, задействовав все помещения и оснастив оборудованием, конечно же, в первую очередь. В скором времени по специальному проекту дизайнера из города Якутска начнут оформляться группы. Приезжал к нам в сентябре, в начале сентября дизайнер из Якутска. Мы с ней проговорили о том, что какой должен быть интерьер у этого садика, ну, то есть какая-то тематическая одна идея. То есть она уже приезжала, и вот за эти месяцы, которые остались до января, то есть это все будет уже полностью сделано. Известно и название детского сада «Северное сияние». Управлением образования уже ведется работа и по укомплектованию детского сада специалистами, а также составляется список воспитанников, которые уже с началом следующего года получат долгожданные путевки в новый детский сад. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.